Разве звонок, мы тебя заждали. Ведь на первый наш урок год мы собирали. Звонит звонок, зовет на урок. Такой торжественный и волнительный момент для всех собравшихся на школьном дворе. И особенно он волнителен для тех, кто впервые перешагнул порог школы первоклассников, а в Щелковской гимназии их 235. Я очень ждала, я очень хотела поступить в первый класс. Я не знала, как это будет, а сейчас для меня это очень большая радость, большая ответственность. Что? А для тебя что первый класс означает? Я так долго ждала, что даже не могла спать ночью. Впереди столько неизвестного, нового, что им предстоит изучать целых 11 лет. 7 новых классов пополнили учреждения, для которого этот День знаний навсегда останется на страничках истории особенной датой. А все потому, что в новом учебном году свои двери распахнуло новое учреждение. Произошло объединение Щелковской гимназии и школы номер 6. Радует то, что педагогический коллектив, детский коллектив, да, сегодня в едином порыве поздравил друг друга. Во дворе гимназии собрались педагоги, родители, почетные гости и, конечно, ученики, которых теперь более 2000. Объединение учреждений, чьи страницы истории неразделимы с самого начала. И, наконец, словно большая дружная семья, они вместе встречают День знаний. Ребята, вы знаете, те, кто только из детского садика или из дома пришел в школу, школа на долгие 11 лет станет вам вторым домом. Ваши классные руководители будут вашей второй мамой. И ваши учителя, поверьте мне, очень любят вас и будут стараться, чтобы у вас все в этой жизни получилось. Для всех ребят новый учебный год – старт свершений и покорения высот, а для 11-классников это еще одна ступень перед началом нового жизненного этапа. А потому сегодня они волнуются как никогда, но не менее волнителен этот день для учителей и, конечно, родителей. Конечно, хочу поблагодарить свою маму, так как она была моим спутником все эти 11 лет. И сегодня она мне сказала, что будет плакать на линейке, как на 1 сентября в первом классе. И я думаю, что это тот самый человек, который является моим другом и вот действительно спутником по жизни, как луна у земли. Я хочу поблагодарить в первую очередь своих родителей за тот труд, который они приложили к моему образованию, к моему воспитанию. Также хочу выразить благодарность учителям, которые прилагали огромные усилия для того, чтобы наша личность как-то образовалась, питали нас знаниями. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.